рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» в Звенигороде установили новую детскую игровую площадку. Центральный объект комплекса оформлен в виде космического корабля. Он расположен возле дома номер 7 на территории дома отдыха «Поречье». Общая площадь детского комплекса составляет 450 квадратных метров. Из них порядка 50 занимает песочница с горкой. В ближайшее время площадку подключат к системе «Безопасный регион».